среду в Самарской области пасмурно, пройдет снег с дождем. Днем 0 плюс 2 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер усилится, западный 5-7, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, мокрый снег. Светлое время суток плюс 2, в темное минус 5 градусов. Западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде снега, днем плюс 1, ночью 4 ниже 0, западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег с дождем. Днем плюс 1 градус, ночью 3 с минусом. Западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 82%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.